Как вы думаете, где живет наше человечество? Здесь? Здесь? Или здесь? Может, здесь? Думаю, что многие согласятся, что все-таки здесь. Конкретно на этой планете. Если вы сейчас сядете на ракету и полетите туда, куда Гагарин никогда не летал, да и вообще никто не летал, это все глобальный обман, чтобы только легче было нами управлять. Вы не увидите девятую планету, вращающуюся вокруг Солнца. Вращение Солнечной системы вокруг галактики. Вращение галактики вокруг мегагалактики. Млечный путь. Вы ничего этого не увидите. Там не будет скопления звезд. Там не будет ничего. Я это утрирую, конечно. Но будет только лишь кромешная темнота. И в этой кромешной темноте огромный гиперкуб, светящийся изнутри. Он может сплющиться в шестигранник. Кстати, после нашей беседы вы начнете замечать очень много шестигранников в телевизионных передачах вокруг софит и лампочек. Будут шестигранники. Наш президент будет выступать внутри шестигранника. На полах – шестигранники, на лекарствах – шестигранники. Это и есть то место, в котором мы живем. Мы живем в кубе. Это огромный, бесконечных размеров квантовый компьютер, в котором находится очень много миров, миллиарды и сотни миллиардов миров. Это не просто квантовый компьютер, это игровой компьютер. В принципе, игровой компьютер мало чем отличается от обычного компьютера, но он более мощный. И в квантовом компьютере нет терабайтов, мегабайтов. Там биты, точнее куб-биты. Куб и ты. Я бы правильнее назвал куб и мы.